Ель глаука глобоза. Взрослый экземпляр. 35 лет этому дереву. Уже она достаточно разрослась. И сегодня мы хотим придать ей форму и при этом уменьшив ее в кроне, в диаметре. Чистим изнутри. Оторвали ее немножко от земли. Вот так вот. Данная ель редко стриглась и почти не формировалась. Это ее естественный вид. И поэтому в результате образовалась вот такая вот брешь в кроне. Но мы не будем застригать верхнюю часть. Вот так. И не будем оставлять эту дырку. Сейчас мы ее опустим. Подтянем ее на веревках. Вот таким образом. Так, зафиксируем. И потом уже будем вырезать, обрезать, вернее, подрезать. Вот такую цельную, уже цельную форму. Голубая, кустовая, глаука глобоза. Форма немножечко приведена в порядок, подстрижена вот такой вот красивой таблеткой. Диаметр порядка 3,5 метров, высота около 1,70 м. Вот такая аллея красивая. Каждая ель по-своему прекрасна.